В размеренную жизнь лечебного заведения в микрорайоне Бутово парк визит главы Ленинского района Валерия Венцеля вносит легкое оживление. Заведующей врачебной амбулатории Елене Зинатулиной есть что показать. Здесь установлено самое современное оборудование. В настоящее время к поликлинике прикреплено более 7 тысяч человек поселения Булатниковское. Коллективу есть чем гордиться. Врачебная амбулатория Бутово парк была сдана в эксплуатацию 2 сентября 2016 года, а уже в 2018 она заняла первое место в конкурсе «Лучшая поликлиника Московской области». Главе рассказали о работе неотложной помощи, способах записи на прием и дальнейшем сопровождении пациентов. Продемонстрировали принцип работы некоторых современных медицинских аппаратов. Электромассаж, и с помощью постоянного тока вводим лекарственные вещества. Мы можем делать сочетанную методику, то есть импульсные токи плюс ультразвук для того, чтобы сократить время воздействия и пребывания пациентов здесь в кабинете. Обойти пришлось немало. Поликлиника находится в 4-этажном здании. Здесь работает несколько отделений, и она рассчитана на 200 посещений в сутки. В ходе своего визита Валерий Венцель пообещал любую организационную и административную помощь в решении задач, стоящих перед коллективом поликлиники. Ощущения просто очень позитивные. Перед визитом главы мы не волновались. Мы же вроде как привыкли встречать гостей, все-таки высоких, так скажем, начальников. Показал все, что хотел, все показал, все рассказала. После посещения поликлиники Валерий Венцель отправился по адресу Бутово парк, дом 22. В торговом центре администрация заключила договор аренды на помещение площадью 152 квадратных метра. Здесь в скором времени будет открыт отдел МФЦ «Мои документы». Собственник взял на себя обязательство провести все ремонтные работы. В настоящее время готовится пол под заливку стяжки и идет перекладка коммуникаций. Мы надеемся, что к маю месяц, к майским праздникам мы сможем сделать хороший подарок местным жителям. Это открыть дополнительный офис многофункционального центра «Мои документы» МФЦ. Планируется разместить там 5 окон приема выдачи документов полного цикла. То есть документы будут там и приниматься, и обрабатываться, и жители будут получать там готовый результат госуслуг. В конце поездки глава района провел встречу с местными жителями. Местом общения стал кабинет директора Бутовской школы номер 1. Традиционно все обращения граждан глава брал на карандаш и каждую проблему рассматривал подробно. Когда остановились на очереди, да? Да. Социальная, наверное, была одна ситуация. Сейчас прошло время, ситуация другая. Давайте мы еще раз разберемся, иногда в ответственное, в течение недели вам отведаем, хорошо? Хорошо. Инспекцию социальных объектов и объектов инфраструктуры Валерий Венцель осуществляет на постоянной основе. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.